Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Arrow Hero. Погнали копить деньги. Надо купить дракона. Как я понял, надо увеличивать количество противников. Тогда будет больше вкусняшек. Сейчас подкопим. Будет у нас дракошка. Всех будем мочить налево и направо. Собачку. Самый прикол, что в прошлый раз мы не набрали даже 2000. 2000 чертовых очков. Собачка. Тут даже дают монетки за смерть от такого меча. Еще собачка. Ну, можно взять. Дракон? Конечно. Собачка, смотри. Опа. Может, и дракона получится собрать. Третьего уровня. Ну, будем стараться. Больше врагов надо взять. Хотя сейчас это не самое лучшее время. Так, два мощных дракона. Еще собачка. ХПшка, конечно, маловато. Маловато ХПшка. О, еще дракон. Смотри, у нас дракон будет третьего уровня.
собачка. Херач, родной, херач. Давайте лук возьмем. Надо было какой-то взять, блин, что-то не получилось. 2000 хп. Ну, это хорошая вещь. Больше стрел. Давай. Чё-то не очень уже легко. Мочите, сука. Так, пронзание. Давайте пронзание возьмем. Тоже надо открывать новый предмет. По-моему, мы не брали до этого. Не особо верить, конечно, что мы можем пройти сейчас. Вот гадина. Что-то не то еще взял. Нет, 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 нет. Так, ну 45 и еще дракон. Чем еще порадуете его? Двойное количество врагов. Так, магаз. Начинаем с дракона. Давайте двойное количество противников. И скорострельность. Погнали. Да, так может быть и повеселее. Собаку возьми. У нас маленькие собачки, не то. Нужны большие, мощные. А, сейчас такое же количество противников, видимо. Давайте опять увеличим. Сейчас-то мы справляемся, по-моему, легко. Собака, отлично.
Давайте дракошку маленького такого. Так, одна мощная собака. Ну, не так плохо. Хотя можно было и помощнее. Давайте копеечного дракончика. Хорошего-то нам не дадут. Урон мечей плюс 5. Крит. Не, давайте КПшку. Так, хоть чуть дальше пройдем, получим монетки, хоть что-то еще улучшим. Не особо мне нравится этот расклад. Ну, правда, все может поменяться довольно быстро. Ну видишь, он дает копеечных драконов, но... Ну да, может быть здесь надо рероллы делать и ждать дракона сразу второго уровня. Два дракона, конечно, неплохо. Херовенько.
Так, чем нас тут порадует? Урон от стрел достиг 50. А тут может быть и 200. Нифига себе. Так, давайте, что мы можем купить за 60? Перчатки. Подкладку вот эту. Ну или плащ. И два меча. То есть у нас почти все куплено. Дальше. Отлично, кулдаун 10%. Больше врагов. Намного больше. Надо дистанцию увеличивать. Собачка. Нужно собачку взять. Ну, мне кажется, я не вывезу больше у противников. Наград за них херово. Если за них давали бы драконов там или кого-то. Ну, у меня у мечей кулдаун просто охерительный. Так, у меня две собаки хорошие. Дракон, давай. Накидку давайте. Еще кулдаун. Ну, мечи должны просто все время херачить. Еще кулдаун минус. Давай собаку. Так, одна мощная собака. Так, урон от стрел. Сейчас он уже 53. Еще кулдаун, охренеть. Вот такой меч я брал, вообще он у меня может появиться в этом. Мне надо количество мечей увеличить.
отвампирим сейчас. Мощный дракон. Ну, условно, конечно, мощный. О, больше. Больше мечей. Тысяча 700. Давайте возьмем. Плащ третьего уровня. Так, еще дракон. Интересно, а получится урон до сотки довести? У меня ведь и вампиризм неплохо тогда работает. 3600. Может и пройдем так. Блять, попал прям под меч. ХПшка больше 10 тысяч. Подкладка 4 уровень. Урон сотка. Еще дракона, пронзание. Нет, дракон, давай. Вот суки. Давайте хпшку, он там 500 всего, копейки какие-то. 20 тысяч. А, тут надо вот так управлять. Блять, что вы делаете? Не мешайте мне. Ну, говнюк, ты что делаешь? Ну как так-то? Ну как так-то? Ну как так-то? Бесит. Бесит. Так, ну давайте хотя бы все купим. Ну, мы все купили или не все? А, да, все. Ну, конечно, сейчас можно и полтинник дать. На что это только влияет? Ну, давайте еще раз попробуем.
Нифига себе, урон 4. Еще урон 2. Количество мечей. Немного хпшки. Да, противников маловато. Сейчас мы это подправим. Сука. Ну, урон неплохой, 37 уже. Увеличиваем количество противников. Так, вампиризм. Будем вампирить. Дистанции как не хватает. Ну где драконы, где собаки? Дракона, хотя бы маленького. Не очень как-то это все мне нравится. У меня нет ни собаки большой, ни дракона среднего, но... По пятаку, вампирю. Let's go.
очень хороший забег. Отлично. Ну, заработали 35, которые некуда потратить. Так, дистанцию взял. Сразу хорошую. 12 хп здесь вообще не в тему. Ну, ждем расклада, где будут драконы предлагать. А, я реролы уже могу делать, у меня денег-то до хрена. Пойдет, такая собачка пойдет. Так, давайте сюда. Надо было рерол делать, наверное. Все время забываю, что у меня такая опция есть. Просто когда дают так мало монеток, две монетки за рерол кажется просто фантастически огромной стоимостью. Часто буду выбирать с умом. А, повышенное количество. Давайте повышенное количество противников. Ладно, давайте смотреть. Вот, дракон вот такой вот. Мы вот так, понятно, вот так-то мы, конечно, пройдем. Мы будем брать только драконов. И самых мощных. Давай нормального дракона. Сука. Маленького только дракона. А собачку? Давай маленького дракона. Хер с тобой. Так можно на рерол вообще все бабки спустить. Дайте больше противников, сейчас мы выбьем из них все дерьмо. Надеюсь.
И не только дерьмо. Но это еще что-то хорошее. Непонятно, стоило это того. Ну, наверное, все-таки стоило. Вот маленькая собачка. Бесишь уже. Давай, дракон. Ну, здесь-то ты мне дашь дракон нормально. Хандо. Непонятно, честно говоря. Не, маленького дракона не хочу. Давай больше врагов. Ну, удалось взять, не удалось. Непонятно. Собачка, отлично. Ладно, давайте гроб возьмем. Так, у меня 4000. Меньше урона на 10%. Дайте хп-шку копить для финального сражения. Давайте еще одного дракончика. Так, скорость. Давайте скорость. Четыре тысячи. Давайте 4000. Так, собачка у меня нормальная. Больше противников? Не, наверное, меньше урона. Блять, как зацепил, сучара. Пацаны, ну давайте, пейте его.
блядь. Вот хитрожопый козел. Так, награда. В два раза больше животных. А, мы продолжаем. Тысяч хп. Давайте 8000 хп. Еще 8000, меньше урона в два раза. Так, давайте криты. Добавить урона от стрел. Давайте очечки возьмем. Не, вряд ли, конечно, пройдем. Что-то не то делаем. Дракона. Ну, сука, давай хпшку. Хпшку давай. Говноед. Еще хпшку. Еще хпшку. Пацаны, поднажмите. Где хпшка? Хорошо, дракон, давай. Хпшку давай. Собачка, вперед. Ха-ха-ха.
Дайте хпшку. Ничего, хпшка. Драконы, из-за вас ни хера не вижу. Непонятно, что это. Блять, ни хера не вижу. Ну ты мудак. Ну ты что делаешь-то? Рерол-то тут стоит, посмотри сколько, двадцатку. ХПшка двойная. Количество стрел в два раза больше. Давай животных в два раза больше. Ни, ни хера не хочет давать. Ну давай стрел в два раза больше. Жадная сволочь. Говнюк какой. 19 000. Ну так, что будет, возьмем. Давайте собачку. Гаденыш какой. Дать шанс на крит. Дракошку давайте. Семь тысяч пойдет. Блин, а че у противников такая хпшка большая? Блять, ну как так стреляет-то? 28 000 пойдет. Ha 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 ha
еще 30. Ладно, пойдет. Какая хрень. Я же трачу и трачу хпшку, не могу справиться. Дракон, вы что-нибудь делаете полезное? Блять, попался. Как вор-наркоман палюсь. Ну ты, блять, мудак, что ли? Вот сука. В два раза больше животных, конечно. Погнали, пацаны. А, вот теперь будет главный босс. Нет. Здесь бесконечная игра. Так, пронзание. Так, где хпшка? Где хпшка, сука? Выбери этот подарок. Мочите его, пацаны! Давайте маленькую дракошку возьму. Блять, стреляет, сука! Ну как так-то? Ну как так-то? Ну все, считаю, что мы все прошли. Сколько я заработал? Сколько? Смотри, еще достижение. Ну, в принципе, все основное выполнено. Получить X6 BMW в качестве награды. Ну, что-то не докачали, это луки. И там количество мечей, стрел. Ну, мы на этом не специализировались просто. Все, считаю, что прошли. Веселая игра, короткая. Вот мне нравится, что она не перегружена. Не надо играть миллион часов. В общем, все успешно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи уже в следующих видео. Всем пока.